Почем картошка? Ну. Ну, какие вы? Че, как тепленький? Тепленький, У меня с собой только рюкзак всяких ништяков. Столько не было никогда вещей. Я под 9 человек. Холодильник, морозильник, кровать, душ. Что там еще? Мушмирол. Бананы с шоколадом. Всем привет! Наше путешествие было запланировано буквально за 3 недели до выезда. Команда была еще неизвестна, но мы хотели собраться с друзьями. С Бурой Петровичем были тоже в попыхах. Новые покрышки, новые диски, кроме одного, который нас донимал всю дорогу. И не выспавшийся Константин, который 2 последние недели провел под Петровичем, готовя его к поездке. Но все произошло по воле великого случая. Часть ребят, которые думали поехать с нами, не смогли буквально в последний момент. Итак, у нас в команде появилась Юлия и Таисия. Но на этом все не закончилось. Заковыки с пропусками. В последний момент у манипулятора отказала стрела, поэтому нам пришлось искать кран для выгрузки и погрузки Петровича. В общем-то, все было непросто. В общем, все как поняли, закупились мы едой достаточно серьезно. Константин оценил это. Поездка у нас планировалась на неделю, но гость сказал, лучше взять на 10 дней про запас. И тут началось 10 килограмм мяса, 10 банок тушенки, немерено крупы и макарон, печенюк, чаю, всяких ништяков, в том числе и бананы с шоколадом. В общем, 20-литровый холодильник, который был с нами, оказался забит под завязку. Но всем был объявлен лакшери отдых с бесконечной и вкусной едой и, соответственно, душем, баней и всем остальным. Но никто не подозревал, что так и получится. Представляешь, вот сейчас ехать на УАЗике? Да. Уже тут голова бы отпала. Переборки до переборки. Ну, газ 66-й тут ехать. Там вообще там цирк. Константин нам сразу прорекламировал, что надо ехать на крыше Петровича, и мы решили попробовать. Могу сказать, эмоции и впечатления хоть лопатой греби. Ветки, которые летят в тебя, и брызги от огромных луж, которые Константин аж занырёл, чтобы различить нас. А виды, которые открываются с крыши, хоть всю дорогу, едь не слезая. В общем, с этого момента крыша Петровича не пустовала. Так мы, проехав Юджу Ильича, добрались до Гедрони, где нам предстояла первая ночевка. После первой стоянки, на которой показал свои навыки и настойчивость в разведении огня, за Кострового был назначен Сережка на всю поездку. Мы никуда не торопились и не знали, что ждет нас впереди непростая поездка, да и погода готовила сюрпризы. На ужин было решено удивить всех по максимуму, приготовить лагманы с говядиной и бананы с шоколадом, которые в дальнейшем были доработаны, и к шоколаду еще добавился зефир.
который расплывался при нагреве, и все вместе превращалось в бесподобный вкусный и сладкий десерт. Говядинка. И то потому, что просто прикрыто, да? Не будешь мешать. Вообще классно было бы. Сереж, можешь топориком сделать? Да. Сейчас мы Пашу озадачим. А я хочу вот. Могу. Ложку деревянную и буратино. Хочу, не факт. Ну, девочки попросили. Девочки сделают. Константин, я думал, ты все еще с любимым время проводишь, а ты там шурупы крутишь в портвейне. Опасный момент. Оп, хорошо выходит. Просто некоторые, которые говорят, что это лухари. Да. На ужин это гарантированно шикардос. На обеды надо что-то быстрее. Я вам говорю, что если получается, мы можем на ужин делать что-то с мясом. Навряд ли это доедет. А потом нет? Это да. А потом это на обед. Просто разогревай. Нет. Ну-ка вот туда вот там пить. А у нас на завтра на день. Да, я посуду помою. Маля, у нас еще же каши есть. А кто шоколад ложил? Да. Ой, сразу же, ой-ой, это не я, не я. А я вам только рецепт сказал, а вы уже... Ты мне вообще сказала, нафига ты столько наложила много шоколада. Возьми просто. Короче, эти зефирки, это какая-то замануха. Вообще. Да. Я уже просто не отрываюсь три раза, сбегала. Вкусно, да? Да. Но это еще не самые вкусные зефирки. Он даже перчатка горячий. Я вообще любитель. Крываешь, крываешь. Что там, ну-ка? Хочу фанат. Что там получилось? Лола. Мы сейчас купили маленький для кофе. Так вот. Да. Для кофе. А ты сушеный маршмеллоу покупала? Нет. А какой есть? Высушенные вот эти малышечки. Их просто как семки в рот. О, залимый сахар. Да, но они прикольненькие прям. Они хрустященькие. Чего, кому следующий бананчик? Очень сильно напрягает, когда человек, который готовит что-то, не ест то, что он готовит. Так я всех угощаю. Пока все готовили, Костя опять осмотрел колесо и выявил дефект, который сразу же принялся устранять. Бананы зашли на ура, и вот остается последняя порция, а главный труженик все еще делает колесо. Я не мог позволить ему упустить попробовать такую вкуснятину. Поэтому настойчиво зазывал его отведать банан. Константин все-таки отвлекся, и после банана понесся портвейн, разговоры, и уже никто не помнил, как и сколько раз Константин протянул колесо. Утро было замечательное. Речка в Кедровнике с чистейшей водой, которую мы ходили вчера, с боязнью почему-то на всех стало наводить панику. Как будто кто-то постоянно смотрел из лесу, и это почувствовали почти все. Все опасались, напряженно сходили, умылись и почистили зубы. Хотя так никого и не заметили.
Быстро собравшись и поев кашу, мы поехали дальше. Через пару часов мы встретили копейку, которую ребята собирали всю зиму, для того, чтобы она доехала до перевала Дятлова. Дальше началась каменистая дорога. Скорость упала до 5 км в час. Не удержав тряски, я решил пробежаться. Да и пешком куда интереснее идти по лесу налегке. Ребята меня поддержали. Мы немного прогулялись, пока была плохая дорога. Да и как оказалось, подвеска у Петровича от наших запасов просела. Так что в дальнейшем на всех сложных участках мы прогуливались у Петровича. А честно, мы пытались урвать любую возможность, когда можно было или прогуляться, или проехаться на крыше Петровича, потому что всей этой красотой и энергетикой мест надо наслаждаться пешком, а не внутри автомобиля. Но внезапно Константин останавливается и опять командует привал. Надо поварить. Делать нечего. Разворачиваем лагерь на обочине. Опять в расход идет мясо с рисом. Обед, да. Проголодались ведь. Что там происходит? Константина любимое колесо. Ну-ка, что с ним не так? Немножко поломалось. Сейчас будет как новое. Помнишь, Паша? Иди, поешь банан, иди, оцени банан. Да. А, это все из-за банана? Да 100 пудов. Ну, мне кажется, я затягивал. То есть уже я виноват был. Мне кажется, я Серега затягивал. Я еще помню, что я проходил все колеса, шук-шук-шук протянул. С колесами история у тебя закончится. Ты сделаешь это раз и навсегда. Короче, этот диск был у меня с запаски, с прицепа. Ага. На нем уже были немножко разбиты эти. И Иван мне помогал. Он спрашивал, что любой диск можно брать? Я говорю, любой диск. Подъезжая к перевалу Дятлова, погода начала портиться, а в то время в Екатеринбурге было до 25. Серега, они же на копейке ребята из Тагила были? Возможно. Запись. А ну. Читаю. Давай. 28 июля 2020 года. Каждый из нас прекрасно знает, как идея объединяет людей. И этот текст тому подтверждение. Нас было 9, так же, как и их.
на двух машинах и копейка. 21.01. И все их номера. В этот раз колесо почти развалилось, и Константин совсем приуныл. И все почувствовали, что доехать до ПП может не получиться, если так дальше продолжится, так как сварка не бесконечна. Константин пошел вперед и сказал: «Пойду поищу нужную железяку». Хотя мы были очень далеки от цивилизации, и найти нужный кусок металла было бы чудом. А нам велел брать вещи и идти разбивать лагерь. Но чуда не случилось, и Константину пришлось весь диск собирать заново на сварку. Мы тебе потом обрежем. Вот там снимаем, вот там красиво, наши почему-то. Также пришлось скинуть часть наших вещей, так как машина серьезно просела и на хороших кочках задевала колесом об раму. Все-таки пупы были намерены серьезно испытать нас, но самое интересное было еще впереди. Мы уже обратно возвращаясь, группы там встречаемся. Они такие: «Да, встречаемся у большого колеса». Потом мотоциклисты встречаются: «А, мы ночевали у большого колеса». Потом только понял, что где я бросил? Очередной лагерь. Импровизированный вот этот раз. Здесь с поломкой. Местная палатка. Добравшись до стены, так называется крутящий затяжной подъем, Константин предложил сделать ночевку внизу. Но шел хороший дождь, и река разлилась. Сухого хорошего места для палатки не было. Да еще на глаза попалась канистра, свежепрокусанная медведем, которую мы обнаружили при поиске места под лагерь. Насторожила нас. В общем, все серьезно запереживали, что рядом может быть медведь, и было решено подниматься на стену. Но почти на самом верху Петровича неудачно стащило боком и оторвало рычаг и две стойки. И тут все серьезно загрустили. Так как все были уже вымотаны, хотелось плюнуть и разбираться завтра. Но напугавшись медведя, спать в лесу, в палатках, прям очень не хотелось. Мы пожгли большой костер под дождем, погрелись. Константин разобрал Петровича и обнаружил все поломки. И все-таки решили ставить палатки и спать. Все взяли по фальшвейеру в руки и так и заснули. Так как поломка была серьезной и на починку по прогнозам должен был уйти целый день, то дальнейшее посещение пупов было под огромным вопросом. И было решено, что хоть часть нашей группы, но пешком может добраться до пупов и вернуться обратно за 3 дня. Ладно. Так что Паша, Юля и Таисия взяли все необходимое и пошли в пеший поход до бань пупанера. А мы остались чинить Петровича.
разборка и сборка стоек. Станок целый. Поедет? Вам денег. Починив, мы помчались без остановок. Подъехав к дому геолога, осмотрели еще раз Петровича и помчались дальше. На щебенке, так называется большая куча щебня, которая образовалась не пойми откуда, мы встретили несколько групп, и они сказали, что ребят наших видели. Это было хорошим знаком, что они идут дальше по маршруту. Дальше мы встретили группу пеших туристов, которых всю ночь терроризировал медведь. Как раз они чуть-чуть на газ не успели. Газ не только отошел. Газ пойдет, получается, мы этот вечер встретили через день. Но возвращались в УАЗике. Все оборудованные стоянки мы уже проехали. Впереди оставалась последняя, на Вологодской грани. Но она была очень далеко. Даже если бы мы ехали не останавливаясь, то приехали бы к утру. И были уже сомнения в отчаянности или безумии ребят, так как дойти за один присест от стены до Вологодской грани почти невозможно. Но уже в ночи на лесной тропе, на которой встречались кокули-медведи, мы все-таки догнали их. Это Петрович? Вы че, Вадик? Офигеть! Просто офигеть! Медведи! Вы видели следы? Да, а мы думали, вы так наследили. Вы молодцы. Но вас больно жарко, мы чуть не расплакались от счастья. Да? Ну так прикинь, там еще идти-то. А ты вы уговорили Пашу? Нет, мы это коллективное решение мы не принимали. У-ху! Костя, ваше шампанское продумал. По времени маникюр, вот у нас надо идти еще 5 минут. Как продумал? Мне. А, тебе то. Вы это сделали? А вы сделали-то, ну, как бы, все, но получилось? Ну, все снимает. Так себе. Не очень получилось. Ну, вы живы. Ну, дойдет. Ну, туда, да. А сюда? Обратно очень аккуратно надо будет что-то думать. Надо выкинуть будет все мясо. Я его съем. Чуть вы не очки? Представляете, какие мы голодные, мы все съедем. А мы тоже ничего особо не ели. Мы варили целый день. Я оставил, черт. Мы же в ней газ забыли. Мы газ забыли. Мы пришли в первый. Давай рассказывай. Мы пришли куда? На щебенку. Посмотрели все модули, значит. Зашли, выбрали самый красивый. Разложились, достали горелку. Накрыли стол. И такие сидим друг на друга, смотрим, типа, а газ где? Пенки? Овка, пенка где? Не было. А потом мы встретили этих. Квадрики и выпросили у них газ, и они нам еще дали две банки каши, консервы. Одну мы уже съели. Сказали, что жесть какая, вы вообще никогда не дойдете. Мы дошли до Европы, там йети стояли. Они сказали, ничего себе вы легкоходы. Мы говорим, мы сейчас у вас тут потусим, дальше пойдем. Они такие, ну ладно, потусите. Чай будете, минус чай не поедете. Они просто сказали, что... Да. Дважды. Он говорит, он не уходил, они фотку показали. Мы вам покажем фотки следов мишек. Они вот тут вот. Мы почему идем? Мы видели. А знаешь, что надо сначала крышечку открыть? Да. Ты такая, знаешь, дергаешь. Мы решили, что мы становимся рядом, поднимаем руки и фальш зажигаем. О, у вас свисточек даже. Вы посвистываете? Ну, идете, посвистываете? Вот, мастер-класс. Давайте рюкзак не снимем, а? Вообще. Не заходи там. Ой, там жарко вообще. Я в шортиках. Все это ноги.
Давай. А, там бурелом? Там бурелом. А мы слышали бензопилу, но мы... Мы думали, мы такие, бензопила. Ну, потом тут УАЗик едет. Да, кто-то рубится. УАЗик, квадрик. Не, ну похож. Паша такой, ну блин, ну звук-то Петрович, да, звук Петрович. Ну что-то фары не Петрович, всего две. И мы такие стоим, Петрович, не Петрович. Ребята, как мы рады, потому что нам ставиться надо. А в лесу ставиться тут где? Страшно. Тут еще знаете, а что? А мы думали, что вы до конца. Мы не дошли бы до конца. Мы уже прошли стоянку. Главное, мы их встретили. Он такой: ой, а вы меня знаете, вы меня знаете, увидимся в Инстаграме. А мы такие: дайте газ. А когда они встретили пешиков, а их же 10 человек там или сколько, квадрики такие: ой, как вас много, а я визитки не взял. Ага, нужны, короче, твои визитки. Только если для раскоп. Было решено наконец-то поесть и завтра рано утром поехать до Вологодской грани, так как у нас был пропуск на определенную дату. Утро. Сейчас мы проснемся, покушаем. Под дождиком поедем. Зарядочка под дождем. Погода в конец испортилась, и на Вологодской грани нас встречали параллельный ветер с дождем и температурой около 5 градусов, что в сумме ощущалось после 25 очень паршиво. Там еще 2 килограмма, ой, 4 килограмма свинины в багажнике. А вы тут, вы ничего холодное едите. На Вологодской грани все модули оказались заняты. А нам уже так хотелось тепла. Но ничего, Константин договорился за большую палатку и баню в обмен на воду и килограмм мяса и пачку масла. Вот. Где далеко от цивилизации, понимаешь всю ценность вещей, а не денег, на которые ничего не купишь, так как еду могут привезти только на вертолете, а за водой идти несколько километров. Так что мы быстро забыли про все невзгоды погоды, да и она начала налаживаться. Мы все-таки завтра будем двигаться, не сегодня? Да, конечно, что, не летали, что ли, поздно. Мы масло не принесли? Нет, осталось в машине. Чуть-чуть. Только сливочное. Вон у ребят на вон же большая. Сейчас. Я уже снимал маникюр. У меня просто такая пилка. Шли годы, я пилила. Поход до Маньпупанера у нас состоялся. Можно посмотреть отдельное видео. Но приключения не закончились. Обратный путь был интересен и полон эмоций. Все только распробовали ту красоту и волшебную притязательность Северного Урала.
до каменных болванов нас тоже отлично испытал. Но оказалось, все это было для того, чтобы дать нам понять, что все мимолетно. И только попам решать, кто может их увидеть во всей красе. Ну и убедить нас окончательно в том, что погода в горах куда переменчивее самой капризной женщины. Обратно мы поехали с чувством удовлетворения, что достигли цели, которая досталась нам немалыми усилиями. Петрович перестал вредничать и ломаться, а с неба перестало капать и немного потеплело. Также на пути нам достаточно близко встречалось разное зверье – лоси, зайцы и даже Миша, с которым, по удачным стечениям обстоятельств, нам повезло разминуться. По пути встретили пеших туристов. Девушки отстали. Они были уже вымотаны и чуть ли не на ходу запрыгивали Петровича. Мы их, конечно же, довезли до лагеря. Но приключений наши жопы оказалось маловато. За один присест мы доехали до перевала Дятлова, и уже вечереет, и надо ставить лагерь. До следующего хорошего места очень далеко, но мы решаем рубиться дальше в ночь. Как только стемнело, начался жуткий дождь и град, и нам еще меньше захотелось останавливаться и разбивать лагерь под ливнем. Нет. Чего, сыроежки? Вообще... Тогда, может быть, и Миша привидится, да? Еще в итоге, глубокой ночью, мы доехали до избы Ильича, где стояла целая тусовка внедорожников.
Там мы решили заночевать. Баня остывала, и нам предложили сполоснуться и лечь в ней спать. Но никто не рассказал нам, что происходило днем ранее, и что баню до нас посещал Мишутка. А мы наивно оставили ее приоткрытой на маленькой веревочке. Петрович молодцом поехал почти весь маршрут обратно и ни разу не поломался за вчерашний день. Но только нам стоило так подумать, как злополучный диск опять расклеился. Все понятно уже всем. И тут, обогнав нас, останавливается буханка. Мы, посоветовавшись, принимаем решение прокатиться с ней до деревни Манси и погулять там, пока варится колесо. Убедилось все. Даже сварка. Сварка особенно. Сварка. Все используем. Вот, смотри, нормально идет вообще. Не то, что Петрович. Сейчас посмотрим. Будем в следующий раз на буханке. Какая это буханка? На дороге называют эту машину. Я так. На реке, у деревни Манси, мы сделали привал. И как раз ребята подоспели на Петровича. Все уже почти доведено до автоматизма. И каждый знает, что делать без слов. Вот так неделя вместе меняет людей.
Порыбачив и накупавшись, сыты отправляемся до базы частот. Там нас ждет заветная баня, интернет и мерзкая света. Смотрите, смотрите. Классная волна идет. Интернета и электричества. Ну и напоследок Петрович проводил нас уже полюбившимся ритуалом. Сказать, что мы надеялись на последнюю веселую поездку с хорошей погодой и без трудностей. Наверное, да. Но по мне, все банально. Нет трудностей в жизни, нет и удовольствия от нее.